Всем привет! Сейчас мы с вами быстренько промчимся по спортивному ивенту и начнем мы по порядку. The Doom Wall 2. Погнали! Чтобы забрать отсюда приз, необходимо попасть на вот эту карту, которую вы видите сейчас у себя на экранах, и прибежать первым, ну или вторым, или третьим. В общем, попасть в топ-3 и получить свой приз. Вот, в принципе, и все. Поехали дальше! Робоулинг. В боулинге сперва нам необходимо найти оппонента. Обычно все трутся возле ресепшена, так что берем первого попавшегося чувака и френдимся с ним. Вбиваем его никнейм в эту карточку и потом тащим его на боулинг. А чтобы получить приз, нам необходимо обыграть нашего нового друга. И сделать это нужно не один раз, а целых два. Так что дерзайте. После второй победы над нашим другом, нам скажут, что мы очень крутые боулингисты и мы можем забрать свою награду. Погнали дальше. Кик-оу. Именно этот плейс в данном ивенте самый крутой. И не потому, что он сложный, а потому, что в него хочется реально поиграть. Сегодня я в нем уже провел порядка 2 часов, разыгрывая очень крутые комбинации с подписчиками. Все, что нам необходимо здесь сделать, чтобы получить приз, это просто забить 3 гола. Причем сделать это нужно в одной игре, то есть на одном поле. Ну, конечно, это сделать не очень просто, если вы играете в одиночку и мчитесь к воротам напролом. Лучше всего здесь играть со своими друзьями и обязательно играть в пасы. Если вы не будете играть в пасы, то очень долго вы здесь провозитесь, это я вам обещаю. Конечно же, есть коварный ход. Это встать у ворот соперника и ждать, пока твой вратарь пнет тебе пас. То есть через все поле он тебе пинает пас, ты ловишь мячик и просто забиваешь в ворот соперника, когда все остальные бегают совсем в другой стороне поля. Вот такой вот есть лайфхак, но он, конечно, не всегда срабатывает. Так что берите своих друзей, заходите на этот плейс и не забывайте играть на пасы, как делали это мы. И тогда вы точно напинаете голов в ворот соперника. Если вам это видео было полезным, то с вас лайк, подписка, если вы еще не подписаны, и обязательно комментарий. Я с вами не прощаюсь, а кто досмотрел, кстати, до конца, я вам сейчас еще пару вещичек подкину, так что смотрите. Заходим мы, в общем, с вами в каталог и забираем все бесплатные вещи, которые у нас сейчас висят в топе. Это у нас какао-гитара, фруктовые очки, тачка Флинстоуна и Дина. Наверняка уже все про них знают, но мало ли. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.